Решил вот так вот я сделать яму. Подумал, подумал, не хотелось мне, или не то, что не хотелось, очень сильно не хотелось делать глубокую из-за того, что сырость под машину, машина ржавеет, и вечные эти самые жалобы. Вот сделаю вот в основном под двигатель и под переднюю часть будет глубина, ну, чтобы можно было сидя на стулочке работать. И назад, если там что-то с трансмиссией, с карданом или шторой от кого-то, у меня будет такой приямок, я загонял уже автомобиль свой сюда, пробовал туда залазить, очень удобно, прекрасно лег и работать там, что надо. А под двигателем можно вот и стоя, и сидя, я думаю, будет удобнее и не глубокое, где-то около метра, наверное, больше не хочу углубляться. Сейчас начинаю я полностью. Сделаю гидроизоляцию какую-то маленькую и буду вылаживать. Я думаю, яма будет сухая. Ну и так, друзья, вот на такой яме решил остановиться. Здесь будет маленький приямочек. Мне вполне хватает. У меня машина высокая. Вполне лечь. И там, если что, поковыряться с карданом или там со стойкой посмотреть, мне хватит. Это не так часто. Больше всего я боюсь влаги. Влага, которая будет подниматься, будет сыреть. Нельзя, не хочу больше ниже уровня земли копать, это чуть выше. И вот здесь вот метровая высота у меня, тоже, чтобы можно было сесть на стулочку и ковыряться под двигателем, под передним мостом, вот так вот там больше всего, как бы запчастей времени уходит на это. И здесь у меня будет метр, сидя, чтобы можно было сидеть и заниматься. Сделал гидроизоляцию. Пол, стенки с рубероида, с четверки. Ну и сейчас, я думаю, получится так, как я хотел. То есть сырости будет меньше, трудоемкости меньше. И дело в том, что я пересмотрел все полностью ролики в интернете. Думал, может, кто-то что-то делал такой, полуяму, полунеяму. Но ничего не нашел такого похожего даже. И вот это вот снимаю, если будет все нормально, если мне будет удобно, хорошо, тогда уже можно будет и другим посоветовать, если там слишком уже не хочется, чтобы сырость была. Не делал я 2 метра, 1,80 м, не хочу я глубоко и влага, самое главное влага. Тут не лень, а самое главное влага. Ну, начинаем работать. Ну, подведем итоги, друзья. Яма смотровая практически закончена. Как я показывал там в начале, где будет зад, на этом небольшое углубление. И здесь вот сейчас накрыто. Я накрыл и рассчитывал под двери, чтобы не покупать доски, не пилять, не мучиться. У меня как раз были двери такие капитальные. Вот они. Я их сюда поклал. И дальше вторые такие же самые двери будут.
Значит, итоги. По бокам, уголки я не ложил, тоже покупать не хочется, не стоит полцарства без уголков. У меня вот были подоконники старые, когда пластиковые окна меняют в домах, там снимают старые эти подоконники, кто знает, они есть покороче, вот с левой стороны у меня подлиннее лежат, это именно с длинных, с больших окон, и эти покороче чуть-чуть, но пошире, это со старых домов. И вот они у меня как бы пригодились. Положил их на раствор. Все, сюда будет заезжать машина именно поэтому. По прочным. Они очень прочные, с арматурой. Тяжелый, добротный бетон такой пропаренный, классный. Все, по бокам я закладу плиткой. Немножко ее перебазирую. И покладу, тут немного осталось. И гараж будет окультурен. Полностью из бутылок у меня не получилось, так как оказалось их мало. А я думал, много мне хватит на три ямы. Вот я выложил, ну, то есть, одна стенка заканчивается у меня уже кирпичом. Как вы видите, внизу сколько осталось бутылочек, столько и поклал я туда. Там то же самое, два ряда кирпича. Ну, обо всем остальном будем пробовать, будем смотреть, что с этого получится. Как удобно, неудобно сидя. Будет видно. Если кто-то заинтересуется, в комментариях можете спросить, я скажу честный свой ответ. Ну, а так, честно говоря, с кирпича быстрее бы намного было выложить, выкласть, чем с бутылками мучиться. Ну, были бутылки, не хотелось выкидать их, не хотелось их сдавать, возиться с ними. Думаю, да покладу на бутылках. Ну и все, всем пока. Кому-то понравилось, ставьте лайк, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, еще будет кое-что интересное, нестандартное. Всем до свидания.